Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Заходим сразу в тренировку и забираем наших бойцов. Обязательно всех их будем забирать. Отлично, первый этап пройден. Так, что у нас? О, ежедневные испытания. И неужели у нас здесь, да, ребята, будет разыгрываться ведьма? Хорошо, давайте посмотрим, кто против нас. Прыгун, ведьма, так... Радиоактивный зомби и жнец. Ой, жнец, елки-палки, конечно же, служитель тьмы. Ну что же, давайте посмотрим, кого мне дадут на выбор. Всех. Тогда, ребята, мы будем сегодня зарабатывать с вами ведьму. Так, давай возьмем баллисту. Я, наверное, возьму еще джаггернаута. Хотя, подожди, не, ладно, пускай будет джаггернаут. И, конечно же, сама ведьма, ребята. 94 уровень против 95-го. В принципе, ребята, это справедливо, я считаю. Потому что мы ее сейчас быстренько завоюем. Так, ну, начинаем, естественно, с максимальной энергии. Так, давай, попробуем прокачаться. А, тут прыгун, ребята. Значит, нужно быть предельно осторожненьким. Будем, если что, контрить. Нет, не этим я хотел, ребята. Так, ладно, пускай разберется Ронин у меня здесь. Ага, вот, ребята, и прыгун идет. Сейчас мы будем его ловить на воина-мага. Куда ты разогнался, родной мой, а? Куда ты, я спрашиваю, разогнался? Получил свое? Так, здесь мы, наверное, вот так сделаем с вами, ребят. Черт, Ронин попался. Блин, погиб. Жаль, неудачно, конечно, получилось немножечко. Ну, ладно. Слушай, слушай, подожди, баллисту не трогай, не трогай баллисту. Ронин, накажи его, пожалуйста, накажи его. Ну, победили. Так, ну что, ребята, смотрите, даже ведьма не успела у него выйти. Или успела? Нет, не успела, ребят, мы разбомбили замок. Ну что же, хорошо, отлично, мы получили с вами 23 карточки на ведьму. Но это только начало, еще два боя впереди. И я думаю, что здесь можно даже, ребята, сыграть на ускорении. Потому что, ну, довольно-таки все легко и просто у нас здесь будет. Судя по тому, что он даже не успел ведьму призвать. О чем тут можно, ребят, вообще говорить? Так, кстати, есть у меня одна хорошая новость. Вы помните жнеца, да? Так я его, ребята, раскачал все-таки до максимального уровня. И теперь вот я сижу и думаю, наверное, я возьму все-таки вместо старого деда, вместо босса. Мне кажется, он как раз зайдет в той компашке и будет довольно неплохо себя проявлять. Так, а деда мы, наверное, воткнем в другой уже, в следующий отряд, который у меня, ребята, есть. Вы прекрасно это знаете, что у меня 5 отрядов, да, и из них я всего лишь играю тремя отрядами. Ну, это в силу того, что у меня нету нормальных, хороших бойцов, а теперь у меня появляется дед, как говорится, он будет у меня лишним. И я думаю, что он неплохо там себя проявит. Отлично. Воу, зачем так жестко вы против меня, а? Ну зачем, я спрашиваю. Так, баллиста, бомбани этого. Да куда ты бьешь-то, ну, серьезно, что ли, зачем это нужно было делать? А вот здесь, я боюсь, ребята, у нас как раз баллисту сейчас подобьют. Да, подобьют, наверное, да, все-таки, или нет, или не успеет. По-моему, нет, не успел, и это хорошо, ребята. Мы можем, в принципе, сейчас, давай ускоримся, призвать ведьму. Она здесь должна разрулить абсолютно все. Или же мы сейчас просто так забомбим с вами базу. Ты успокойся, пожалуйста, мне, прыгун. Распрыгался он мне здесь. Да, ребята, идеальное прохождение этого испытания. Ну что же, давайте последнюю, ребят, попыточку с вами потратим. 13 карточек на ведьму и еще заработаем сверху 8. Поехали, последний с вами, как говорится, сделаем предупредительный выстрел, да, в голову этим зомбарям, этой ведьме никчемной, которая, опять же, не вышла в этот раз. И я думаю, что в третий раз она тоже не выйдет. Ну, а если и выйдет, то сразу же озвездюлится и побежит к себе домой горшочки там варить, или что он там делает, зелье какое-то приворотное варганит. В общем, не имеет значения. Паука-то мы с шапки быстро у нее собьем, да? Ну-ка, давайте-ка, ребята, попробуем. Все будет то же самое, я думаю, никаких нововведений я сюда вносить не буду. Выпускаем, естественно, Ронина против этого зомби. Ну, а дальше уже ждем, ребята, ульту. Ульта будет сейчас. И, пожалуй, против ульты я отправлю все-таки джаггернаута. Пускай он его хватает, а уже... Погоди-ка. А уже магом-рыцарем, ребята, мы, конечно же, озвездюрим его. Вот так это все дело происходит. У меня есть ульта, я ее пока не буду, ребята, трогать. Тратить незачем ее. Не вижу смысла пока. Кстати, вот мне нравится, ребята, вот эта вот ульта у замка. Можно, в принципе, наверное, и замок нам прокачать. Прыгун, вали отсюда. Не до тебя сейчас в данный момент. Так, взрыв на макаронной фабрике. Ой-ой-ой, сейчас у меня, ребята, кажется... Да нет, мы здесь справимся. Все.
Ну что, ребята, могу сказать одно. Удачно все у нас прошло. Все три попытки Найсова пролетели. И мы с вами получаем 8 карточек на ведьму. Ну что же, и, естественно, давайте, наверное, переходить уже к основной сюжетке. Хотя перед этим делом мы должны еще с вами посмотреть вот здесь. Реворд за арену обязательно. Так, 30 карточек нам дают на базу. И что же нам дадут в этом сундучке? Слушайте, ну довольно неплохо, ребята. Нам дали двух боссов. Это бог солнца, да, и старый дед. Плюс у нас 16 карточек на зомби, фехтовальщика 17 и бородавочка 17. Плюс 25 500 монет. Так, против нас идет очередной противник. Давайте посмотрим, кто это такой. 84 уровень. В принципе, ребята, для меня, я думаю, это не страшно. Давайте возьмем вот этот вот отряд. Беру его только лишь из-за ведьмы. Хотя можно было бы даже и не трогать, мне кажется, да? Мы бы здесь все равно бы смогли пройти. 84 уровень против 94-го. Ну, я думаю, что шансов у них просто нету даже нанести мне какие-то повреждения. Хотя, не будем, ребят, спешить с выводами. Давайте проверим, что у нас здесь сейчас произойдет. И как это, главное, произойдет. Ага, давай тогда тоже выпустим чумную мышь летучую свою. Так, заплевывает. Отлично. Ронин. О, Ронин на высоте, ребята. Выбежал, как полагается, с удара. Просто половину здоровья у базы отнял. Это, я считаю, круто. Так, не смогли, да, пробить мы ультой, к сожалению. Ладно, ребята. Все, отлично, я надеюсь, что мне все-таки дадут первое место. Да, и значит, в следующий раз, через сколько там времени мы с вами получим? Через 5 часов мы получим с вами реворд. Так, запросик, кстати, нам, ребята, нам осталось 2 гема. Ребята, 2 гема, мы с вами откроем сегодня эпический сундук. Так, проведите игр с отрядом S 5 раз. То есть нам один раз всего лишь нужно. Отряд S — это вот этот вот. Хорошо, ребятулечки, отправляемся с вами в бой. У нас с вами долина поданных. И, как вы видите, фехтовальщик и черный рыцарь. Ладно, для нас это шелуха. Так, квест завершен, тактик. Все, ребята, мы гемы с вами после этого боя откроем. Точнее, не гемы откроем, а сундук, конечно же. Что я уже говорю, заговариваюсь просто-напросто. Так, ну что, давай посмотрим, кто сильнее здесь будет. Ну, фехтовальщик-то, понятное дело-то, с ним-то и любой дурак сможет пройти. Но, воу, погоди-ка, ребята, уже на самом деле не смешно ни хренашечки, потому что ты посмотри, что тут происходит. Блин, они меня сейчас запинают здесь. Молотильщик, помогай. Помогай, говорю, молотильщик. Нет, он не стал мне, ребята, помогать. И мы с вами... Фу, а это чудо, кстати, сейчас было только что. Это, ребята, было чудо. Потому что он не смог пробить. Он испугался там, последний чувачок, и убежал. Так бы нанес повреждение по базе. Как обычно, да? Излюбленное ихнее дело — бомбить. Вау, шикарно. Слушай, я должен здесь, ребята, отстоять честь своего, так сказать, замка. Ну, наказываем, наказываем. Блин, может друидку уже призвать? Фехтовальщик, ты достал. Все, минус. О, ускорение, то, что нужно, ребята. А почему... А, понятно, рыцарь был в стане у нас. Ну, паладин, я имею в виду. Так, продвигаемся сюда. Отлично. Ну, мы будем сегодня драться или нет? Или будем тут сопли на кулак наматывать? Давайте, я сказал вам, в бой, в атаку все. Минус рыцарь, и все, ребят. Вот теперь мы уже начинаем бомбить замок. Это у нас первый этапчик, поэтому он должен быть всегда легким. Но за счет того, что у него легкие такие юниты по манне, он, конечно же, тут решил меня заспабить. Но не тут-то было, мы его перехитрили. Ну, дорогие мои, а теперь самое то, ради чего мы играем. Конечно же, ради открытий сундучков. И сейчас мы забираем с вами вот эти вот гемы. Да-да-да-да, именно этого, ребята. И заходим в сокровище. Так, ребята, 730 карточек. И гарантированно эпический. Давайте открывать. Долго мы к этому шли. Вау. Вау, ты посмотри, 80 карточек на замок нам дали. 167 копейщиц, 72 карточки на чумную летучую мышь, 48 на джаггернаута и 200, аж 200, ребята, на богиню солнца. Плюс еще терракотовый воин. Интересно, у нас кто-нибудь сейчас прапается или нет? Как вы думаете? Нет, ребята, абсолютно никто. Ты прикинь, мы с вами получили такой смачный реворд, и в результате ничего нам не дали. Печалька, это говорит о том, что нам нужно качать, качать, качать и качать еще своих юнитов. Ладно, ребята, мы с вами продолжаем нашу эпопею.
Так, здесь еще добавляется копейщик. Слушай, давай-ка я, наверное, сыграю вот этим вот отрядом. Здесь у нас прыгун, баллиста, джиггернаут. Слушай, подожди, вот я сейчас опять, ребята, лопухнулся. Нафига я спешу вперед батьки-то, а? Ну что я тут сейчас буду делать? Он сейчас будет вызывать своих мечников. Блин, ладно, надеюсь, фехтовальщик. Давай проверим, кто сильнее, фехтовальщик его или же мой все-таки джиггернаут. Как вы думаете? Смотрим. Ага, понятно. Но все равно джиггернаут у меня, ребят, сильнее, как ни крути. Давай-ка вызовем прыгунчика, наверное, да? Пускай он тут их всех чик-чик-чик почикрыжит. Смотри, как он неплохо справляется со своей работой. Так, а чего я жду, ребят? Давай баллисту призовем. Нормулька. Так, нам нужна энергия с вами. Фаербол полетел. Вот так вот, будет знать, как выеживаться. Так, фехтовальщик опять тут начинает, да, у нас шутить. Минус. Так, эй-эй-эй-эй, а рыцарь-то хоть застанил бы. В конце концов, нет, ребят, не получается. Блин, наказал только, а, мою баллисту бедненькую. Ну что, я думаю, пора, наверное, нам вызвать здесь грифона. Хорош на них смотреть, тютюкаться, как говорится, с ними. Так, джиггернаут, ты здесь один, наверное, ничего не сможешь сделать. О, грифон помогает. Так, минусуем одного за другим. Фаербол запустили. Так, давай-давай-давай, стреляй в них. Слушай, ну смотри, ребята, тут даже можно с помощью одного грифона, наверное, пройти игру. Потому что его никто не трогает. Ну, у него чисто наземные цели, да? Плюс моя баллиста сейчас будет бомбить. Сейчас прыгун прыганет, наверное. Хоп. Давай-давай. Он без ярости, к сожалению. Без ярости прыгнул. Давайте, ребята, еще одного грифона. И все. И будет это уже, наверное, победушка за нами, да? Так, фаербол я применяю. Ну, черный рыцарь, согласитесь, довольно крепок. Даже с фаербола он не погибает с первого выстрела. Как минимум нужно два выстрела сделать. Блин, он меня отвлекает. Он отвлекает моих грифонов, гаденыш этот. Ну все, ребят, разносим замок. Ну, отличненько. Так, и проходим с вами на третью стадию. Третья стадия у нас прибавляется здесь лучник. Ну что могу сказать, лучник не так уж и страшен. Единственное, что он, конечно, будет моих грифонов, наверное, бомбить. Но мы ему не дадим такой возможности. Так, рыцарь идет. Хорошо, я вызову против него джиггернаута. Главное, чтобы он не применял стан. Хотя он, смотрите, что делает, ребят. Он призвал еще и фехтовальщика ко всему. А это значит, что сейчас меня тут, наверное, разбомбят. Потому что фехтовальщик, ну, сами видите, когда... Оу! Ребята, 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 я сфейлюсь сейчас. Я сфейлился. Твою же маковку, вот. Называется, поспешишь и людей насмешишь. Вот так-то. Прыгун здесь мне не нужен, вот что я понял. Он здесь вообще не актуален. Да ладно, пускай уже разбомбят мне базу, в конце концов. Я, естественно, ребята, буду переигрывать. Но это не дело. Что это такое? Он, видите, практически одним спамом меня задавил. У него тут юниты легкие. Они стоят очень мало маны, и он просто их клепает одного за другим. Ну что же, мы тогда сделаем в противовес ему вот этот отряд, который просто имбовый во всех смыслах слова. И, ребята, будем сейчас бомбить. Джиггернаут, ой, джиггернаут, Ронин мой, да? Маквоин, который тут будет так прописывать люлей, что им сладко просто не будет. Сейчас вот вы увидите все, ребята, лично. Сами все прочувствуйте. Поехали. Так, еще сейчас, естественно, мы вызовем с вами Ронина. Как же нам без него-то? Никуда, естественно, ребят. Тю, минус. Тю, второй минус. Так, и, наверное, ребята, вызовем сюда чумную летучую мышь. Ах ты, гадюка, поджигает. Смотри, что делает. Поджигает она, ребят. Так, пошла ульта. Ультой мы снесли, чувачка. Так, хорош, хорош. Ну-ка, минусу его, Ронин. Нормуль. Так, что, можно, в принципе, вызвать зомби радиоактивного. Не знаю, зачем, но так, пускай прогуляется, подышит свежим воздухом. И давай еще одну чумную мышь вызовем. Так, давай, давай, давай. Ну, добиваем, ребята, добиваем замок ему. Есть! Ну что, я могу сказать одно, ребята. Мы идем довольно легко и быстро. Сколько нам еще территорий-то нужно пройти? Вау, нам просто потом захватчиков надо пройти. И, ребята, мы с вами отправимся в следующий портал. Это круто на самом деле. Так, продолжить. Давайте также по той же самой схеме абсолютно. Ничего не будем здесь, ребята, выдумывать. Что-то изобретать, какой-то велосипед с квадратными колесами. Ой, погоди-ка, погоди. А вот к этому я не был готов, если честно. Ладно. Мак, давай, 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 ну. В инвиз. И проявляется. На-ка! Выкусил свое, упыреныш. Ну, наказываем. Нормуль.
Так, что нам, ребят, давай я вызову чумную мышь летучую. Там разбойник-то не выходит еще? Вот он, вышел, ребята, он вышел. Давай попробуем через ульту бомбануть. А, мы его даже сдуть не можем. Вот оно что, ладно, хмыреныш. Сам напросился. Ну что, я думаю, надо вызывать здесь ведьму. Пускай она разбирается с ними. Со всеми. Заморозка даже выпала мне. Хм. Ты куда, разбойничек, пошел-то? Далеко ли собрался-то, парнишка, а? Он в инвизе, все, инвиз у него кончился. Давай, ребят, наверное, вызовем вот так вот. И чумную, хотя мы, наверное, разберем уже замок ему. Да. Ну что же, последний, ребята, здесь этап у нас будет. Сейчас посмотрим, какой босс. Мы давно не видели короля. Вот он и выпадает нам, именно этот король. Ну что же, зря, конечно, он сунулся, как говорится, к нам в гости. Мы его не ждали, и он нам нафиг не нужен, да? Давайте, ребята, как можно быстрее накопим с вами манну и уже пропишем ему и замку. И уже перейдем на территорию захватчиков, будем разбираться уже с ними. Ну, давай еще одну манну, пожалуйста. Да, еще, говорю, одну манну. Все, ребята, ведьма у меня, в принципе, готова к выходу. Я думаю, что мы поспеем сейчас. Или не поспеем, должны успеть. Лучник единственное, что может сейчас бомбануть стрелой. Но вряд ли у него это получится. По замку я имею в виду. По ведьме-то, конечно, он попадет. Так, минус. Хорошо, ребята, идем неплохо мы с вами. Тьф, минусанули. Давай-ка я сюда зомби радиоактивного вызову. Пускай он нам здесь, ребят, хоть как-то поможет. И чумную мышь. Так, как один из подписчиков написал неплохой гайд по боссам, поэтому... Действительно, король, ребята, не может атаковать воздушные цели. Понимаете, он может вот наземные, ради бога, но воздушные нет, не получится. Так, ведьма что-то урон какой-то слабенький наносит. Погоди, что такое? Что? Да, мы, вот, завалили, наконец-то, слава богу. Я уже думал, сейчас еще и продинамим здесь все это. Нет, все хорошо, все отлично. Ронин у меня, как всегда, не спеша выходит. Радиоактивный зомби сейчас взорвется, будет большой бум. Дэдэйч разнесли... Ой, погоди, погоди, ребята, тут... Ну-ка, минус. Разбойничек тут вышел. Заморозка нам в помощь выпала. И давай, ребята, прижмем ультой. Ну... И хана замку. Вот так вот, ребята, вот так вот все проходится это. Изейши. Ну что же, берем сундук, открываем и смотрим, что нам выпадет отсюда. Сундук подданных, да-да. 12 карточек на короля и 9 копейщиц. И почти 12 тысяч монет, ребята. Вот она заключительная партия, в которую мы сегодня сыграем в этом портале. Так, ну что же, тут у нас страж и слизень. Поэтому я думаю, что, ребята, вот эта вот командочка моя должна будет зайти сейчас. Морпех, да, и страж. Против стража кого нам вызывать-то лучше? Я не знаю, Джаггернаут не потянет, это однозначно, как ни крути. А у нас выбора особого нету. Да, действительно, у нас особого выбора нету. Придется, наверное, играть через него. Хотя мы можем, знаете, что сделать? Я вот так вот сейчас, ребят, сделаю. Давайте начнем через Грифона. Сейчас, я боюсь, выйдет этот. Ой, это что такое? Это урон? Это щекотки просто для него, ребят. Для стража, ты посмотри. Ёпарсете. Так, ну-ка, прыгун. Завали там этого чувачка. Надоел он там буянить уже. Так, ураганчик нам в помощь. Слушай, нам опять, ребята, везет. Нам фартит, как всегда. Ты посмотри, какой он мощный, а? Ну, серьезно говорю. Просто непобедимый какой-то. Отдай карточку. Так. Ну, ребята, у него и урон не особо большой. Вы сами это видите, да? Бьет, как ребенок, ё-моё. Но. Обожаю, когда прыгун в ярости выпрыгивает. Он так бомбически начинает мутузить их всех. Ну, замок разнесем или нет? Давай фаерболом. Тэвич! В довесочек, как говорится. Ну что же, ребята, опять же все идеально у нас тут получилось. И давайте переходить на второй этап. Смотрим здесь. Ой, ой-ой-ой. Это плохо на самом деле. Здесь, ребята, хищнец появляется. Как нам его контрить? Кто мне скажет? Я не знаю, ребята. Вот этим отрядом попробуем. Это единственный, наверное, кто сможет здесь. Хотя, подожди-ка, Ронин же, он же не справится с ним. Ведь так? По-моему, нет. Значит, нам нужно как можно быстрее вызвать... мага-рыцаря. Успею ли я? Вот в чем вопрос. Ну-ка. Есть. Молодец, Ронин, ты меня не подвел. Ты красавчик, знай об этом. Так, и теперь я, наверное, думаю, что надо... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нет-нет-нет-нет. Ну зачем я так сделал? Ну, господи, ну зачем надо было вот так вот тупически обделаться, а?
кто мне расскажет, зачем я так сделал? Я сам, ребята, виноват. Ладно, замок мы ему разнесем. Это однозначно. Но переигрывать этот уровень обязательно придется. Блин, вот взял все и испортил. Нет, чтобы вызвать мага-рыцаря, я зачем-то вызвал чумную мышь. Для чего? На что я рассчитывал? Не понимаю. Ладушки, ребятушки, не будем плакать, не будем расстраиваться. Единственное, конечно, что энергию просто зря сплавили с вами. Здесь как? Здесь у нас может помочь... Интересно, он пробьет его быстро или нет? Давай проверим. Насколько он дамажит? Ага, отлично, ребята. Но радоваться рано, потому что он еще вызовет, конечно же, еще вызовет. Но здесь его, наверное, вот так вот паладинчик встретит. Паладин довольно неплохо бомбит. О, он отхиливается, да? Ладно, я тебя понял, парень. Еще один, да? Ну-ка, иди сюда. Все, да уезжался он. У меня, ребята, заморозка есть. Давай я ее применю. Против стража как раз хорошо зашла. Погоди, ты что делаешь? Блин, взял мне молотильщика, убил. Гаденыш этакий. Все, достал он меня, короче, ребят. Эй, погоди. Ну-ка, накажи его. Наказали, хищница. Воу, я думаю, в чем проблема, ребята? А тут уже этот, стрелок там, смотри, наяривает. Давай вот так вот сделаем. Успел я? Я, по-моему, успел, да. Не получили мы повреждения. Давай, 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 давай. Вот это другой разговор. Так, я все-таки должен призвать, наверное, друидку здесь. Так, получится или нет? Так, куда ты разогнался, хищнец? Успокойся, пожалуйста. Ты нам здесь не нужен, мы тебе не рады. Во. Даже без друидки, ребята, я прошел. Классненько. Ну что же, поехали тогда дальше. У нас третий с вами этап. Здесь пришелец. Да-да, пришелец. Но, по крайней мере, мы здесь не видим этого хищница. И можно даже попробовать вот этим отрядом. Что скажете? Нет? Не надо? Хорошо, давайте тогда этим. Друидка вот единственное, что хорошо, когда она делает, ребят, тотемы, этот пришелец просто на них реагирует и похищает тотемы. Это лучше, чем похитить юнита, согласитесь. В разы, конечно же, лучше. Так, ну что? Давайте 400 маны накопили. Этот дурила идет, пускай он себе летит куда-нибудь подальше. А мы с вами в то время накопили уже 500 маны. И я думаю, что первый, кто у меня выйдет на поле боя, это будет именно друидка. Сейчас мы посмотрим. Никто не идет, странно как-то, очень странно, если честно. Ладно, разогнался, давай-давай, лети, пролетай мимо, олух. Взял, похитил тотем, придурок. Ой, дурила, ну что с него взять, ребята, он глупый, глупый пришелец. Так, и вообще захватчики сами по себе глупые какие-то. Давай-давай-давай-давай-давай, пробиваем, прожимаем. Бомбанул неплохо. Этот, ребята, что он там делает, тотем, да? Он тотем против меня, ребята, сделал. Ну, это, как видите, ничего не помогло ему, ребят. Все. Мы... А! Взял, гад, и похитил все-таки, да? Моего этого молотильщика маленького. Блин, страж. Какой же ты крепкий, а? Это, по-моему, ребята, еще не полная прокачка у него, насколько я могу понимать. Ну, ладно, хорошо. Так, пришельцы бомбанули. Стража, ребята, мы бомбанули, и все. Остается только лишь разрушить замок. И почему-то мне кажется, что босс здесь будет лорд пустоты. Не знаю, почему-то вот так вот кажется мне. Сейчас мы с вами посмотрим буквально через один этап. Ну что же, четвертый, предпоследний у нас. И здесь тритон. Тритон тоже такой, знаете, слизкий типок. Кстати, вот здесь вот, вот, ребята, вот. Да, я же хотел, кстати, вот в этот отряд же, в свой. Не вот в этот, а вот в этот. Поставить именно жнеца. Почему жнеца, ребят? Ну, мне кажется, что он будет эффективнее, чем старый дед. Хотя у деда довольно неплохой дамаг, он станет. Ну, а жнец все-таки может призвать себе дополнительную помощь. Так, дедушка, ты служил мне верой и правдой в этом отряде, но пора тебе отдохнуть. Погоди-ка, отдохнуть мы можем хоть взять-то его? Сейчас проверим, ребят. Сейчас мы с вами все проверим, где он у меня. Вот он. Подожди, а в чем проблема? Что, почему я не могу его взять? А, ну потому что, ребята, он у меня в одном из отрядов задействован, да? Вот тут. Значит, нам придется отсюда его убрать, а поставить на прокачку. Ну, давайте предположим... Ну, а почему бы и нет? Пускай термин 9000 у нас будет прокачиваться потихонечку, да? Так, рыцаря мы качнули на максималку. Воу-воу-воу-воу. Так, некро. Ей еще, ребята, 3 уровня, и она будет тоже...
по фулочке прокачана. Так, а ты что у нас тут? Засиделся, бродяга. Какой он получил-то у меня? Какой уровень-то у тебя, господи? Так, 11-й. Ой, сынок еще на самом деле. Ну что, ребята, а в наш, в этот вот отряд мы, конечно же, берем жнеца. Вот. Вот теперь, погоди, не надо. Погоди-ка, еще рано. Уберем отсюда прыгуна, и вместо прыгуна мы с вами возьмем, пожалуй-ка. А кого нам взять вместо прыгуна, как думаете, ребят? Как вы думаете, кого нам взять вместо прыгуна? Я, честно говоря, не знаю. Может быть, взять... А давайте возьмем. Пускай будет. Он же вроде раньше тут на самом деле-то и был. Фух, поехали. Так, у нас здесь хищнец. Так, так, у нас здесь тритон. Ладно. Надеюсь, мы с вами... Нам главное, ребята, отразить атаку именно хищнеца. Потому что он наверняка пойдет первым здесь, да? Сейчас проверим. Так, голем у меня накопился. Угу. Странно. Хорошо, давай выпустим, наверное, голема на поле боя. Ага, он выпускает стража. Тогда мы прикроем это все дело баллистами. Так, тритон. Вот тритона мне здесь только вот не хватало. Вот тритона мне здесь, ребят, только и не хватало, на самом деле. Видите, что он делает? Он всякую фигню вешает. И отражение, и еще там что-то. По-моему, пора нам призвать на помощь. Да-да, именно жнеца. Черт подери, как все тут мощно. Заморозка. Давай, отрабатывай. Ну вот, ребята, и сам жнец вышел у нас. Я думаю, тут тритоши вам ничего не поможет. Так, погоди, 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 погоди. А ну, получи фаербол. Блин, он все-таки успел у меня убить баллисту. Погоди, я не могу понять, а почему такой дамаг маленький? Жнец, ты давай, завязывай, родной мой. Я для чего тебя брал-то сюда? Ну, бомбически. Так, погнали далее. Мы не можем справиться, ты прикинь? Ты достал уже баллисту их наказывать, а? Хищнец, ребята. Жнец только что на ваших глазах просто пал. Да, нежданчик для меня вот это, если честно. 52 секунды. У нас времени мало, очень мало. Ребят, что будем делать? Как действовать-то? Тум, просто с удара взяли и снесли моего этого грифу. Просто убрали его с поля боя. Типа, не мешайся здесь, да? Опять сейчас будет прыжок. Ну, достал ты уже, ну серьезно. Эй! Фу, успели. Ребята, я не могу тут пройти. Ты прикинь? Я не могу пройти, потому что по времени у нас не выходит ни шиша с вами. 19 секунд. Да куда уж мне? Мне не пройти. Прикинь? Вот это я лопухнулся, ребятули. Может быть, надо было все-таки оставлять деда в этой команде, а? Как-то глупо тут получается у нас на самом деле. Все равно он баллист бомбит. Хищнец, ты достал. Вот серьезно говорю. Все, фейл. Ребята, уровень сфейлился у нас. Ладно, видимо, он хочет познакомиться с друидкой, я так понимаю, да? Этот отряд, наверное, давно не знает, что такое магические тотемы, да? Убийственная сила природы. Ладно, он напросился, короче, ребят. Он напросился, и сейчас мы будем его наказывать по всей строгости закона. По всей строгости закона игры Tower Conquest. Так будет, наверное, лучше сказано. Ну что, все, ребята, я думаю, сейчас мы разнесем ему замок в хлам. Мы получим, конечно, немного опыта с вами, но переигрывать обязательно придется. И я так это дело не оставлю. Я не спущу рукава и, естественно, буду отыгрываться. Так, давай, ребят, посмотрим. У нас здесь две энергии, как раз, я думаю, должно хватить. Но единственное, что меня смущает, это вот именно хищнец. У меня нету тут таких юнитов, которые могли бы его довольно-таки хорошо сдерживать. Попробуем, может быть, мы успеем. Мы в тот раз успели с вами, да, призвать жнеца. Я думаю, что здесь мы сможем друидку. Так, пускай он там выпускает своих олухов. Кто там у него первым пойдет, интересно мне знать. Пока никого не выпускает. Ладно, ребята, все, он напросился, потому что у меня выходит... А, у него страж выходит первым. Все, вспомнил я, ребят. У него выходит первым страж. И сейчас тритон, по-моему, пойдет, да? Следуем сразу же. По-моему, так было все. Да, ребята, та же самая схема. Ну что же, а мы давайте тогда попробуем... Вот, погоди, 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 погоди. Вот это я, что делаю сейчас? Что я сейчас делаю, ребята? Я тупанул, вот что я делаю. Я просто тупанул.
Тотемы поставь, пожалуйста. Ну, друидка, ну поставь тотем на отхил. Ты же видишь, что мне нужен тотем на хил, блин. Замок получил повреждение. Ты будешь ставить или нет? Нет, по-моему, она ничего не будет делать. Она вообще просто стоит, ничего не делает. Дуркует. Ну давай ты, блин, ну. Ну ты будешь. Ага, вот, ребята, вот он. Божественный тотем на отхил у нас пошел. Все, нормуль. Че, не хватило? Нет, хватило. А че мы на месте-то стоим? Я не пойму, в чем проблема-то вообще? Че за дела-то? А? У нас опять, ребята, минута всего лишь в запасе, блин, и конь не валялся еще. Так, хищнец, ёб красота, я про него совсем забыл. Так, замораживаем тут всех к ядрине фени. 57 секунд, ребята, на счетчике показывается. Так, что у нас еще может выйти? Давай так сделаем и вот так. Главное тритона подбить. Еще и карточку у него забрали, отлично. Так, я еще, ребят, вызываю друидку. Лидер, квест завершили мы с вами. 40 секунд, не стоит об этом забывать, ребят. Но получится или нет, как думаете? Я думаю, что опять, наверное, мы сейчас сфейлимся. Если мы не поднажмем здесь, то это будет фейл. 27 секунд, блин, ребят, напряженный момент. Просто напряженный. О, вторая карточка на тритона выпала. Так, да пошли вы все, знаете куда? Вы достали уже. О, ускорение, ребята. Ну, тю. Готовченко, отдыхай, парень. Там тебе и место. Ну что, ребята, заключительный этап. Лорд пустоты со всей своей братьей, да, с тритоном, со стражем и с морпехом слизнем. Ну и что вы прикажете мне делать? Этот отряд однозначно не пойдет. Естественно, только лишь друида. Друидка и все. Здесь больше мы никого не сможем реализовать, ребят, на самом деле. Ладно, попробуем сейчас как можно быстрее призвать друидку. За счет нее мы можем как-то здесь пройти маленько. Но единственное, что меня раздражает, сейчас этот пришелец тут будет наяривать круги и, естественно, похищать моих самых лучших бойцов. Если, конечно, не тотемы от друидки. Вот он вылетел, гаденыш. Улитки нету, помните раньше, да? Он выпускал улитку. Так, ага. Вышел, да, морячок наш. Ладно, встреться с гневом природы. Так, ребята, поехали. Давайте его накажем сразу же здесь, по всей строгости. Вот так, чтобы знал свое место, паршивец. Кто там еще? Блин, пришелец, елки-палки. Похитил, ну, естественно, ребят, естественно, он похищает. Тут к бабке не ходи, так и должно быть. Так, и, ребят, тритон. Тритон вышел, сейчас начнет тут кастовать на себя всякое отражение, всякую ерунду. Так, он на него вешает защитный щит магический, ребята. Так, опять, да, похитит мне? А, он тотем похищает. Ладно, пускай лучше так. И вот, ребята, лорд пустоты явился. Явился, как говорится, не запылился. Ураганчик? Вот это вот в тему, ребят. Это в тему. А что случилось? Я не понял. А, он все-таки успел, да? Он успел, ребята, выпустить свою вот эту херабуру. Блин, сейчас будет бомбить. У нас тотем стоит над хил, нет? Я не вижу, ребята. По-моему, стоит. Да ну хорош, давай прожимай, 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 прожимай. Два стража тут, это жестко, ребят. На самом деле. Что-то нас все дальше и дальше, дальше и дальше откидывают. 53 секунды. Не-а, не получится, по-моему, у нас тут справиться с ним. Я, конечно, буду пытаться пробовать все, что от меня зависит. Но мне кажется, не получится. Давай вторую друидку, ребята, призовем. Так, что он там? Что-то задумался, да? Есть, мы его подбили. Это круто. Одного из паладина похитили. Так, пробуй. Бля, 30 секунд. Надо поднажать. Я не знаю, как тут поднажмешь-то. Как тут можно поднажать, когда он все время без остановок их вызывает? Вот, давайте, подходите, подходите, родные мои, к замку. Быстренько, быстренько начинаем раскурочивать просто этого никчемного лорда пустоты с его базой, с этой. И... да, да-да-да-да-да. Именно этого я и хотел. Фу, у меня аж грудь, ребята. О, заболело, аж свело от переживания. Фух. Ну что же, забираем с вами сундук и смотрим. Ну что, неплохо. Бородавочник, да? Жаба с пушкой и пришелец. И мы, ребят, с вами переходим на следующий портал. Это будет у нас 83-й. Так, фехтовальщик, крестьянин и бог солнца. Прыгаем. Так, ребят, смотрим, давайте территорию обсмотрим вначале. Здесь у нас будет завод роботов. Опять же, у нас подданные захватчики, нежить. Опять роботы,
Короче, два раза, ребят, повторяются здесь у нас роботы. Ну что же, начнем, пожалуй, отсюда. У нас где-нибудь вообще энергия есть еще? Давай посмотрим. Здесь вот одна только. Ладно, хорошо. Здесь у нас, ребята, бомбер, как вы видели, и толкатель. Ну, я думаю, что здесь никаких проблем не должно быть. Если только одно но. Если толкатель не будет нас откидывать. Если он откинет и нанесет повреждения по нашему замку, мы фейл сразу же автоматом, ребята. Так, вот он, этот толкатель. Я, наверное, призову все-таки здесь баллисту к нам в помощь, пускай она тут разруливает всю эту ситуацию. О, вот, вот, ребята, и начинаются толкушки, те самые, про которые я говорил. Отлично, получилось все. Заморозку я пока не буду трогать, летит пока, да? Ну, 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 пришлось мне активировать ее. Минус толкатель. И, ребята, думаю, что мы здесь все-таки сможем выиграть. Мне не верилось, но у нас все получается. Так, тихо, ну... Yeah. Very good. Я могу сказать, ребята, одно. Прошли идеально мы с вами. И, надеюсь, у нас есть где-нибудь энергия? Есть. У нас, ребята, еще вот здесь энергия накопилась. И это классно, потому что мы еще с вами пройдем один из боев. А значит, приближаться будем, ребята, к следующему портальчику. С каждым разом все ближе и ближе. От этого мне все лучше и спокойней. Ну что же, кто там выйдет? Что за фикус у нас навестить захочет? Никто? Бомбер. Давай попробуем, ребята, Ронина. Попадет он по нему? Он попал, ребята, но Ронин мой выжил. А это круто. Так, а вот это вот не надо нам. Вот это вот не надо, я тебе сказал. Толкатель плюс репульсор, ребята, вышел. Они оба отталкивают. Этот еще и станет, гаденыш. Так. Снесли к ядрению фини. Вот, вот, Ронин начинает делать свое доброе дело. Разносит практически в соло замок. Так, ну-ка бомбаните этого хмыреныша, пускай валяется здесь. Ну что, други мои, как вы видите, все довольно-таки хорошо, идеально у нас получается. Пока единственное вот была где-то вот в том этапе, да, мы с вами немножко лопухнулись. Женец меня немножечко подвел. Ну, а мы с вами не закругляемся еще. Мы еще можем даже с вами пройти один этап, потому что у меня вернулась энергия. Ну что же, давайте, этот отряд с друидкой очень великолепен. Благодаря друидке, конечно. Ой, тихо, погоди. Погоди, 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 погоди. Я к этому не готов был. А, придется так делать, ребята. Ну-ка. Ага. Блин, вот за серия. И у него повтор пошел, да? Хорошо, мы тоже, ребят, с вами повторчик сделаем. Так, бомбер, вали. Вали-ка ты куда-нибудь подальше. Блин, ну почему? Почему мой слабоват оказался? Слабее. Так. Ага, хорошо. Так, ребят, ну что это за кислота-то такая? Я не могу понять, а? Друидку мне, быстрее друидку верните. Так, и я сейчас буду ее вызывать. Вот прям на ваших глазах, ребята. Пошла радость моя. У нас полторы минуты, я думаю, что мы здесь справимся. Мы должны справиться, во что бы то ни стало. Отличненько. Ага, толкатель не трогает у меня, да? Всадника на журавле. Значит, все, ребята, ему будет хана. Сейчас мы его распишем по полной программе. О, еще и ураганчик. Вообще найсово. Так. Ну, давайте уже разнесем в хлам ему замок. Что мы тут тремся, как эти? Давай, ребятули. Ну, поднажали, да господи. Что же вы не можете сделать-то? Ну, еще. Я. Вот так-то. Вот так-то пес шалудивый будет знать свое место. Ну что, ребятушки, а вот теперь, наверное, уже все. У нас энергии с вами нету. Но довольно неплохо мы с вами начали, да, этот заходик. И увидимся с вами уже в следующей серии, ребята. И продолжим играть в Tower Conquest. Так что всем пока и до новых видосиков.